Граница на замке, а ключ у нас в кармане. Таков девиз тех, кто охраняет рубежи нашей Родины. 28 мая в России отмечается День пограничных войск. Традиционно все причастные к этому празднику в Твери собираются у памятника, выполненного в виде погранстолба, рядом с площадью Победы, чтобы встретиться, поздравить друг друга и вспомнить яркие события службы. Ура! 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 В этом году обладатели зеленых беретов празднуют 103-ю годовщину образования пограничных войск. Здесь, на площади у обелиска Победы, собрались разные поколения тех, кто стоял на страже границ нашей Родины. Это и бывшие солдаты, и офицеры. Валерий Дмитриев сам родом из Твери, прослужив в погранвойсках более 30 лет. И только на пенсии вернулся на малую Родину. За Кавказе 17 лет. Командиром части был. Ставрополь. Там закончил службу заместитель начальника штаба округа. Корпус пограничной службы был образован в 1823 году. Его девизом было «Беречь державу, долг и честь». Граница на замке, а ключ в кармане, ни шагу назад, граница священна и неприкосновенна. Все эти девизы погранвойск остаются в памяти у тех, кто служил на границе на всю оставшуюся жизнь. Служил на Северном Кавказе. Вот. А службе самые теплые воспоминания. Не каждому дано охранять последние метры нашей Родины. Ветераны и те, кто проходил срочную службу в погранвойсках, поздравили друг друга с праздником. Главным пожеланием было мирное небо над головой. Свои поздравления направил и губернатор Тверской области Игорь Руденя. Россия является крупнейшим государством в мире. Охрана рубежей Отечества всегда была для граждан нашей страны в высшей степени ответственной и почетной службой. Современное поколение российских пограничников приумножает славные воинские традиции, с честью несет непростую службу, вносит важный вклад в защиту международных интересов нашей страны. Отметил в своем поздравлении глава региона.